Нет, я не смотрел. Так, встали по парам, как были. Еще раз, ты не должен спрашивать у тренера. Тренер тебе сказал, ты сделал. Я же учитель физкультуры. Андрей там... Блин, вам что, непонятно, что сесть надо? Это что за... Подводные лодки. То появляются, то исчезают. Посмотрите внимательно. Эй, тренеры. Кто разговор? Посмотрите внимательно. Значит, значит, посмотрите, Денис вошел мне на дверь. Я стал на дверь. Выйдите, постоянно перейдите. Раз, два. Посмотрите, да? Все. Есть несколько вариантов развития. Я упал сюда, я упал туда, я контратакую. Что я делаю? Окей. Я беру, посмотрите, раз, и беру. Беру назад и разворачиваюсь. Если это сделать очень быстро, поможет получить оценку. Сделай еще раз, пожалуйста. Поэтому, когда вы здесь держите, вы не можете контратаковать, вы падаете. А я наоборот. Поставлю сюда, как вам сказать, я боролся неплохо в партере, хорошо, и мне попался соперник очень сильный. Я уже как бы все заканчивал. И бросить я его не мог. Ну, не мог, потому что он пятый же против Кадина выработался. И я решил как сделать, перевести его в партер, чтобы он меня бросил, а там я его, может быть, схвачу, что-то сделаю. Какой прием, наверное, лучше всего сделать? Я что сделал? Я его сделал. Сразу не помню. Все. Как человек придет в Европу, говорит, пятый это прокатяне. Значит, такой прием, который так, на японку очень тяжело. Я его взял и просто щит назад. Он мне разом... Нет, мне, мы начали бороться, мне дали одно замечание, дали сейчас, подожди, первое замечание, шип, второе замечание, предупреждение было. То есть уже 5-0 я проигрывал. То есть я уперся и давал. Но я уже проигрывал. Что я взял сделал? Я взял запад, запад, и потащил, потащил. Он раз зацеп. Мы перешли, я перевернул, и взял. Он ушел. Когда мы стали второй раз бороться, дальше бороться, его тренер как из меня пришел. Как он? Да ну не, подтянись, парня, подтянись. Я уже сам старался затащить, и падать, все, он в какой. То есть, он понял, что раз я хочу в партер, так и здесь. Вы выходите бороться. И если вы берете вот такой захват, то через плечо. И жопа. Все. Прием называется жопа. Да? Поставил сюда руку. Все. Жопа. Не больно, а жопа. Потому что, да, не знаю, какие надо быть, чтобы вот так поставить руку. Значит, я поставлю снизу. Он что будет делать? Ну, через плечо тяжело, потому что низко. Даже если он через плечо начнет делать. Вот первое мнение. Вот он пойдет. Раз, голову. Оп, видите, я его прижал. Отсюда раз, перевернул. Отсюда я могу пойти на удержание. Пожалуйста, еще раз. Я могу поставить эту руку. Я могу эту поставить. Я не живу в обе стороны делаю. Прошу. Вот он пошел. Смотрите, раз, и назад, 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 оп, оп, и развернул. По три раза меняемся. И потом боремся. Дальше. Нет, мы сейчас отрабатываем этот. А, я? Не-не-не.
Пигерис вам? Вы что, заторможенные что ли? А как кто ли при Пигерис? Новый год? Сколько можно отдыхать? Я потому что вы стоите, работайте, вы! Первый делает, второй делает, первый и делает, средний отсюда устал. Марьяна! Она никакая, никакой работы. Так, девчонки, пошли. Ваш Новый год продолжает? Ну как улыбки на лице, где вам? Где? Где? Где праздники? Где Дед Мороз? Фигуры, что ли, где? Убежали, да? Вот мы убежали, вот это туда. Летяю еще тут. Я тоже летяю.
Но когда надо, когда надо, я работаю. Маша, голову сначала поставь под руку. Маша, ты умная девочка. Раз, два, три, два раза вон. Меняйся. Сейчас будем бороться. Ну, убирай ногу. Да. Вот. Да блин, что там? Раз, два, три. Так. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Матэ! Сырку. Давай. Так, там садится сырку, верховный пастухов. Да. Так, здесь будет бороться. Раз, два, три, четыре. А ладно, пять. Ну что? А после Артем по 30 секунд делать. Не надо по 30. Эй! Двигайте туда. Так, ответь его. Раз, два, три, четыре, пять. Два человека, там три здесь. А Маша есть. Маша дома. Машуня. Иди сюда, Машенька. Садись на пенсию. Еще раз, Маша, я тебя прошу. Только не бегай. А то тыкнешься и будешь петь меня. Под названием «Фонарь». Новогодний. Фонарь. Так, вот эти пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, вы выходите, боретесь. Не играет роли. Партеры. 7 секунд. Кто будет бороться больше, буду наказывать. 7 секунд. Хватит, чтобы перейти на удушающий, на болевой, на удержание. Если делаешь удержание, я увидел, поднял. Так. Пастухов. Они между собой, потом они иногда с тобой живут. Выходи, Сергей. Что, я пять? Да. Да. Денис. Давай, Денис. Давай, Денис. Кого вы хотите? Сергей, принеси мне этот палочку, пожалуйста. Так, здесь. Моя палочка не подходится. Кто там сидит у меня? Боря. Я и Сергей, да? Ага, хорошо. Так, Боря выходит, и Лурейцы выходит. Так. Здесь выходит. Сколько на ручку надо? Маша или нет, это с молодой человек. Когда все надо? Да. Да, давай. Так меня обидели. Ты не могла на республике выступить? Не играет там, не надо, чтобы ты была просто выступила. И все. Звони телефон. Ну и что, пусть еще раз позвонит. Вайка, да не ваша, наверное. Или ваша. Ничего страшного. Внимание! 2 минуты. Будьте аккуратны. Стоп! Тебе. Старайся все стойки делать. Без падения. Они хоть и опытные, но ты вот посмотри на него, да? Он никакой. Я не знаю, что можно делать, чтобы не отойти. Нет, это тоже. Даже здесь деньги нужны. Это как можно не играть в футбол сегодня дня? Пошел на играх, а потом спишь. У него другие занятия. Другие занятия. Ты, если ты знаешь, значит ты с ним вместе. Джима! Да, телефон. Да, Андрюха. Эй, что закончили разговоры? 2 минуты. Артем, аккуратно старайся.